Это первое мероприятие у нас, так как клуб международный, проходит World Run постоянно, каждый год. Вот. Но так как он проходит за границей, в нынешнее время это тяжело. Вот. И у нас около 2 лет мы не посещали World Run именно из-за проблем выезда за границу. С нашими братьями за границей связались и решили сделать Russian Run. Показать, что Россия, Гремиум России живет, Гремиум России развивается. Такой ответ World Run. Вот. Вот мы провели. Долго решали, делать, не делать. Потом все-таки взялись и сделали. Организатором нашего мероприятия является международный 1% мотоклуб Gremium MC Россия. Московскому отделению, оно первое отделение, оно считается как материнское отделение. 6 лет, как организовали, были проспект чаптером, потом 4 года мы как уже full patch чаптер. Ну и открылись еще отделения по городам, это Астрахань, Люберцы, Волгоград, Нижний Новгород. И есть еще Section 7, это клуб поддержки Gremium, Section 7, школа, как говорится, Gremium. Вот они вот в Липецке находятся, также в Волгограде, в Питере. Вот у нас в Люберцах находятся. Хотели бы сначала сделать мероприятие как такой корпоратив, вот, небольшой. Думали, вот, сделали инициативную команду, как у нас называется. И инициативная команда что-то была творческая слишком. И она очень сильно постаралась. И корпоратив перерос в масштаб фестиваля. В принципе, недалеко от общих ушли. Фестивали это группы, которые поют, хорошие группы, достойные группы. Такие же конкурсы. Мужчина, представьтесь, пожалуйста. Змей. Змей, ты заглотил эту баклаху просто в лед. Мы решили сделать на Ивановской земле. Вот это курорт-отель «Чайка», вот, в который мы сначала на разведку 2 раза приезжали, сделали. У нас есть такие вещи, как Family Day. Именно семейный день, когда мы с женами, с детьми выезжаем куда-то чаптером, отдыхаем. Мы выезжали сюда 2 раза, познакомились с администрацией. Нам очень понравилась и природа, и все. То, что есть тут озеро, хороший пляж, несыпной, все. Тут не только вот просто прийти послушать музыку, выпить пиво и все. Ну, возможно, купаться, есть там прокат сабов, лодок, все. Можно приехать с детьми, там хорошие домики, где можно спокойно расселиться. Также есть номерной фонд, все есть. Вот, нам это дело понравилось. И мы с ними как бы договорились, решили сделать здесь. У нас московский регион в основном. Кострома приехала. Приехала ребята местные, где мы проводим, Ивановские. Вот, это Айдлс, Крейзи регион. Вот, пригласили, должны подъехать. Приехали очень много наших ребят со всей страны, с России. И притом приехали на мотоцикл. Самый дальний у нас приехала ребята с Нефтеюганска. Это Югра. Вот, ребята с Югры. И вот они отпахали 2-300. Вот, приехали наши братья с Германии, вот, прорвались, вот, тяжело было, но прорвались, немного их, но как бы доехали, вот, каждый там по 1700 отпахал, но вот они отдыхают вместе с нами, мы рады их видеть, потому что, ну, тяжело, в последнее время общаться все тяжелее и тяжелее, а телефон, он не дает такого общения, как вот так вот, с глазу на глаз, да.
У нас World Run, он закрытый. Закрытый и находится на World Run только суппортовые клубы и Gremium, и Section 7. Black 7 еще есть у нас MC, вот, тоже это суппортовый клуб. Вот, он в России он не присутствует, он присутствует за границей. Вот, только они, это внутренние закрытые мероприятия. На нашем уране присутствуют все дружественные нам клубы, клубы, которых мы пригласили и которые хотят, ну, приехать отдохнуть, познакомиться, отдохнуть с нами, провести время с нами. Все, он у нас не закрытый. Также у нас открыто и для простых людей, чтобы не было такого, что байкер — это слово вызывает ужас, да, там, вот, именно байкеры, я говорю, я просто не устаю говорить, что я, не только я, и вообще и клубы меня поддерживают, мы различаем мотоциклистов и байкеров, да, байкер — это человек, который носит цвета, живет в клубе, живет в семье клубной и, в общем, называется байкером, а остальное все это мотоциклисты. И это ничего, их не умаляет достоинство, они также любят двухколесную технику, но просто байкер замылили. Байкер — это человек, я говорю, который находится в клубе. У нас, я говорю, мы всех как бы рады видеть, приезжают просто люди, там с детьми приезжают, да, кто не пугается, да, вот, и понимают, что такие же люди, также мы отдыхаем, веселимся, обычные люди. Когда все закончится, приедете домой, позвоните всем тем, кому вы давно не звонили, всем тем, кого вы любите, но давно не видели. Просто позвоните, потому что, может быть, кто-то уехал и никогда не приедет. Просто позвоните и скажите: ты как? Как дела? И в конце, перед тем, как положить трубку, скажите обязательно: мы обязательно встретимся. Мы обязательно встретимся и крепко-крепко обнимемся. Несмотря на усердие, нас разлучить непременно помиримся. У нас все будет по-прежнему, без ненавистной полемики. Мы будем жить и любить, строить мир нашему новому поколению.